Здравствуйте. А теперь несколько слов о жировом гепатозе. Часто в заключении ультразвукового исследования вы можете прочитать жировой гепатоз. Что же это такое? Жировой гепатоз, иначе не алкогольная жировая болезнь печени. Это заболевание, при котором в печени наблюдается избыточное накопление жиров, в основном триглицеридов. В норме в печени присутствует некоторое количество жира, но при воздействии патологических факторов может нарушаться баланс между синтезом и утилизацией жиров. Причины развития неалкогольной жировой болезни печени или жирового гепатоза. Это малоподвижный образ жизни, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа. При приеме лекарственных препаратов, эстрогены, тамоксифен, тетрациклин, ацетилсалициловая кислота, индомитоцин, антибиотики. Также нарушение питания, это высококалорийная диета, избыточное поступление триглицеридов или жирных кислот из пищи, наследственные заболевания, а также резкое снижение массы тела или голодание. Как правило, эти состояния сопровождаются накоплением жировых капель в гепатоцитах, в клетках печени. Их клеточная стенка сформирована из двух слоев фосфолипидов, и они обеспечивают структуру и необходимые условия функционирования клетки. На фоне заболеваний печени этот баланс нарушается и затрудняется нормальное функционирование клеток. Так что, в общем-то, вот такие вот проявления. И вот появление первых таких вот жировых капель принято называть первым ударом патогенеза жировой болезни печени. Избыточное накопление жировых капель – это второй же удар по печени в механизме развития стеатогепатита. Основа для запуска дальнейшего повреждения клеток и развития воспалительного процесса.